В агентстве мне рассказали о вашей ситуации. Я хочу помочь. Не обращайте внимания, он не в духе. А когда вы можете начать? Сначала у меня есть несколько вопросов. Думаю, важно, чтобы моя философия воспитания совпадала с вашими взглядами. Я считаю, что ребенку надо развиваться в собственном темпе и надо акцентировать развитие самооценки. Это замечательно, самооценка — это замечательно. Он ходит на горшок. Вообще-то моя сестра Клодия занимается какашками, поэтому лучше спросить у нее. Вы читали Достоевского? Достоевского? Напомните, что там в начале, может, вспомню. Боюсь, это не лучшее условие для меня. Нет, лучше еще как. Мы отличная семья, и у вас будут выходные и отпуск. Я схожу в библиотеку и почитаю этого Достоевского. Здесь какой-то запах с вашей кухни.